Всем привет! За все это время израсходовалось вот столько энергии батареи. Так он работает. Давайте откроем и посмотрим, как это выглядело. Итак, вот такая штука. Сверху находится тумблер. Вот он. Так, должно быть уже видно. Вот, переключаем. И если мы нажимаем, вот так вот он выглядит. С обратной стороны, со стороны подъезда. Вот так. Единственный минус этого глазка, то, что когда ты стоишь, когда ты подходишь к двери и стоишь немножечко вот здесь, потому что здесь сам звонок, то непосредственно ты не всегда попадаешь именно. Ну, то есть с той стороны тебя не видят. Ну, бывает такое, что не видят. Вот кнопочка, нажимаем. Ну и слушаем музыку. Но я это дело отключил, и оно не нужно. Я считаю, что оно полностью не нужно. И вот примерно так это выглядит. Очень удобно. Кстати, когда не работают лампочки, не работает свет полностью. Вот там у нас лампочка, да. Когда ее нет, когда врубается свет. Здесь находятся два датчика инфракрасных. Здесь, фиг его знает. И эти два датчика инфракрасных, они, соответственно, очень хорошо дают обзор. То есть прекрасно видно, кто, даже в полной темноте, прекрасно видно, кто там находится. Вот мы нажимаем, и сразу загорается экран. И вот здесь хорошо видно, виден этот тумблер. Вот здесь раз, все. Несколько положений. Надеюсь, помог. Всем удачного дня.